Нет, это из зубатки. А из зубатки, это акула. Нежный такой. Вкусный. Видео поделимся несколькими рецептами приготовления на углях. У нас будет рыбное блюдо и мясное. Итак, мы возьмем рыбу. У нас будет зубатка, кусочек лопатки. Понадобится также для мясного шашлыка свежие травы, они с огорода, такие как мята, чебрец. Трава очень пряная, любисток. Для шашлыка понадобится также много лука, сухие специи, оливковое масло, соль, обязательно черный молотый перец. Для рыбного понадобится лимон. Итак, приступим. Свинину порежем на порционные куски. Мы не мельчим. Свинину берем жирком, так она будет вкуснее и сочнее. Берем достаточное количество лука, режем полукольцами. И отправляем к нашему мясу. Отправляем сухие специи. Добавим немного оливкового масла. И нашу пряную зелень. Резать ее не обязательно. Также добавляем черный молотый перец. Жми. Камера не передает, очень ароматный. И шашлык немного присолим, так как в специях, в сухих, присутствует соль. Отлично! Аромат какой! Это не семга. Режем акулу. У нас сегодня в гостях акула, мы решили сделать стейк из акулы. Шашлык. Акулий шашлык. На самом деле это зубатка. На самом деле это не зубатка, а акула. Она просто мы не знаем, что ей продали на японском рынке. Я на балансовом частном самолете, да. Итак, зубатку порежем на небольшие стейки. Акулий мы добавляем лука. Вот свой поездку, когда я профессионально режу. Вот режут профессионалы, японские повара. Кому-то что? Японские? И кому-то херовато. Так, тогда вот повара. К зубатке отправляем порезанный репчатый лук, добавляем черный молотый перец, добавляем соль. Ну и побольше. Ну и едем. Давай-давай, не скупись. Японский шеф-повар. Наши заготовки помариновались ночь. Далее к рыбе отправляем
немного оливкового масла, так как рыба сама по себе жирная, и сдобрим немного лимоном. Выкладываем на фольгу слой лука, на него стейки и поверх оставшийся лук. Заворачиваем фольгу. В фольге я взяла несколько слоев. Красотища. Ух ты. So far away from my father's daughter. She just wants a life. Ну ты раз просто разрежь по фольге ножом. Я закрутил несколько слоев. Огонь жажлык. Но он не поджарился, но так потомился. Но все равно прикольно, вкусно. О. Классно. Пробу кто снимет? Из зубатки. Из зубатки, это акула. Нежный такой. Вкусный. Да, вон рог-то. Супер. Вон, глаз. Да, рог. Ой. Носорог. Ой. Классно. Взял ракурс у меня. Он сразу позирует, смотри, замер.